Снова горят лесопилки и снова в опасной близости к людям. В промышленном районе города произошло очередное возгорание на одном из лесоперерабатывающих предприятий. По информации очевидцев, в результате пожара пострадало здание на территории бывшего кожзавода. Ровно неделю назад в Канске сняли режим ЧС, и город снова оказался в пожароопасной ситуации. Сегодня в 11:44 на пульт 01 поступило сообщение о возгорании на лесоперерабатывающем предприятии «Силинь», которое располагается за зданием бывшего кожзавода. На территории загорелись производственные постройки. К тушению были привлечены 4 единицы техники и 13 человек личного состава. Предполагаемая причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности. На карте видно, к какому масштабному пожару может привести халатность лесозаготовителей на этой территории. Ведь вокруг множество лесопилок, залежи древесины и строения, в которых могут находиться люди.